Всем привет! Хотел показать вам, ребята, клайпедский Lidl, который может быть на время праздников или навсегда. Пускает без паспорта возможности. Они там людей считают. И я думаю, он так сделал, потому что он как на краю города находится, сюда мало и так людей приезжало, и у него продажи упали. И сейчас, у кого нет паспорта, даже могут с другого конца города приехать в этот Lidl. Но мы и так вот мимо проезжали просто. Вот полная площадка машин, ребята. Раньше не было такой полной. Ну вот что пишут. В этом магазине регулируется число покупателей. Надо 2 метра. Дистанцию держать. Ну, там сейчас полный магазин, людей и не пускают. Магазин на улице, некоторые ждут, некоторые в коридоре. Что? А каталог взяла Лина. Ну. Ну вот, вышли поснимать. Совсем другое. Что там? Женщина на белой машине всю площадку проехала, чтобы рядом с нашей поставить машину. Ладно, поехали мы. Итак, друзья, продолжаем. 11 декабря зажгли елочку в Криттингале. Криттингале — это бывший прусский городок, пограничная зона бывшая между Пруссией. Следующий город Креттинга, он уже литовский был. Так себе елочка. Это, друзья, бар Кукудра, всем известный, излюбленное место клопичан. Ну, как вкусно карбонатами пахнет. Еще таких снеговиков из брусков бревен сделали. Что там на Кукудра написано на шапках? Ну, елка, как вы поняли, она тут и растет. Настоящая. И это как курилка, что ли, или это беседка? Лина просит фотографию сделать. Все, друзья, до новых встреч. Показали очередную елочку. Еще будет и будет. Я надеюсь. Еще много пока. Все. Еще звездочку хотел показать на елке. Или там даже снежинка. Еще костел, смотрите, как освещается красиво.
До 11 вечера работает. Каждый день. Кадрей. Родик бальзама. Стеги. Родик бальзама закол. Ярей. Ка. Это трюм, то есть.